Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кемпер, и недавно я узнал, что наш любимый Grow Street Home сгорел. И в честь этого события я бы хотел, чтобы вы поставили лайк, поддержали всех бы, кто там жил и так далее. Да, там жили баласы, но все же, если вы гетто тассер, вы должны влепить лайк и еще раз скажу, продержать этих людей. Каждый из нас проходил GTA San Andreas, и в начале CJ поехал к своему дому Grow Street Home. Этот же Grow Street у нас есть и в GTA 5, и в GTA San Andreas. И что ж, еще бы хотел бы сказать, что мне очень обидно. Когда я играю за Groove, мне очень вспоминается гетто, и иногда даже наворачиваются слезы внутри души. Так что ж, друг, лайк с тебя, подписка, колокольчик, ну можно без колокольчика. В общем, это была вся информация, ролик 15-секундный, не знаю сколько, не считал. Ну что ж, всем удачи, всем пока, good luck, my team, пока.